Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я постряпаю пироги, завиду маленько, не такое чисто пирожковое. И у нас будут они печься в духовке. Значит, что? Я взяла воды. Ну, маленько налила тепленькой водички. Сюда чуть-чуть сахарку добавила, сюда пачку сухих дрожжей. Я высыпала. Здесь у меня килограмм муки. Вот они у меня уже, видите, поднимаются. Это не опара, это такая полуопара. Значит, что сюда мы будем добавлять? Добавляем соли. Ножичку. Посолим обязательно. Или посолим. Сахарку еще добавим. Много я не буду добавлять. У меня там есть сахар. Потому что это тесто нужно у нас пирожковое. Сюда же я наливаю 800 грамм водички тепленькой. Кипяченой. Ну не тепленькая, она такая уже подостывшая. Чисто на воде они у нас тесто будут. Так. Дальше сюда я это все перемешаю. Пузырица уже у нас это сидела. Сюда можно было растопить маргарин в грамм 80. Я добавлю сюда масло растительное. Вот такое тесто у нас будет. Опа. Довольно много я его налью. Так что у нас без яиц, без молока это все дело. И сюда я буду высыпать муку. Как я уже сказала, ну там прикалась. Килограмм муки. Сюда же я высыпаю. И буду заводить тесто. Сначала я буду перемешивать вилочкой, там, миксером, чем хотите, чем угодно. А потом буду посмотрю муки, какое тесто будет у меня, чтобы оно не тугое и не сильно жидкое было, такое средненькое. Вот на этот рецепт идет только муки, только воды. Вот. Такое тесто у нас будет. Так, беру я ручку свою. О, это жидковатое будет. Это будет жидковатое. Макета. Так, я сейчас это хорошо перемешаю. И еще маленечко я добавлю мучки. Это сильно жидкое макета. Оно потом прилипать будет, вообще плохо работать. Так, еще маленечко сюда подцеплю. Грамм 150, наверное. Так. Ага. Ну и хорош. Вот вымешивать будем тесто. Вот. Достаточно будет. Хотя бы я еще добавлю, да, но боюсь, что будет сильно густовато. Ну, грамм 250 точно я туда закинула. Ну, это вы можете пожиже сделать. Ну, потом будет это. Вот само то. Вот такой тесто. Видите? Оно будет еще бродить, подниматься. Сильно дрожжей не надо много, как говорят. Обычно, если много дрожжей, то оно будет сильно подниматься. Нет, дорогие мои, если много будет дрожжей, оно будет вот это вот все съедать. Дрожжи это вот все. Они потом в итоге у вас получится, не будут толком подниматься. Так что всегда ложите в меру, много не надо. Кислоту вот эту съедать будут дрожжи-то. Так, ну-ка. Нормально. Тесто у меня уже готово. Я вот два раза его отняла. Второй раз, вернее, один раз. Второй раз он уже не поднялся. Так. Да. Это все. Муки. Так, вот оно вот такое у меня получилось тесто. Сейчас мы его все сюда положим. Thank you.
так много, что запудрила тесто наше. Значит, мы вот это все тесто. Да, листики. Листики. Видите, пузырится тесто. Хорошее тесто. Пузыриками. Он что? Разговаривает. Разговорчивый какой. Пузырики это. Так. Аккуратненько, аккуратненько. Короче, вот это вот это тесто наше все, нам бы желательно разделить на кусочек 60. Чтобы накатать нам 60 колобков примерно. Начинку я сначала одну вытащила. Ну что, посмотрю, там по тесту будет. Тут, значит, и вторую придется вталкивать. Так. Примерно будем делить. Примерно. Так, вот это вот. Это желательно бы вот эту штучку нам одну колбаску, как бы ее делать колбаской. И чем больше разделим, по 15 штучек. Но 15 штучек у меня здесь не выйдет, конечно. С одной колбаски. Всего вышло 11. Так вот мы их делаем. Так вот. Их раскатывать. А мы вот так просто делаем лепешечки. Маленько по-другому делаем. Мы будем их катать, раскатывать, водиться с ними. Вот липкая, вот не люблю я такое тесто, что вот оно липнет. Липучая. Прилипучая. Вот. Делали такое тесто. Ну что поделаешь. Не могу я, чтоб не покатать. Не могу. Да лепешечки красивые получаются. Вон какие-то страшненькие. Страшненькие. Сейчас первую партию быстро делаю, а потом вторую. Все равно они у нас будут на растройке стоять. Ну, как-то так. И еще один. Все, поехали. Там пока вторуночку уберем. Не мешалось нам. Все, поехали. Сейчас накатаем. Наделаем пирогов. Пойдет.
Что у меня тут? У меня тут начинка, значит, печень отварная. Вот я ее порезала вот так. Здесь рис отварной. Я все это обжарила, морковочку потерла, обжарила. Здесь зеленый лук и такой маленько там репкой тоже обжаренный. Здесь чесночок. Это все на сковородочке припустила в растительном масле. Вот такая начиночка у меня получилась. Ну, печень у меня говяжья. Можно, конечно, ее было отварить и перекрутить. Делаем маленькие пирожочки такие остроумные. Сейчас. Там еще одна у меня начиночка есть. Но я сделаю на вторую половинку с другой начинки. Там мяско у меня, фаршик. Тоже самый обжаренный. С лучком, с морковочкой, с чесночком. На растительном масле. Вот. Такие у нас начинки нынче будут. Так. Делаем. Добавим еще. Мало где будет у нас. Начиночки. Маленькие у нас будут. Но не сильно маленькие, есть еще меньше. Пирожочки. Ну, маленькие пирожочки фирменные, они вообще вот такие вот. Когда в готовом виде. Но я пока такие не хочу делать. О, еще один. Там тесто тоже по-другому заводится. Там удобное тесто, другое. Так, ну вот. Ну, пошли. Поготовить. Поехали. Пирожочки у нас там. Сейчас я ручки почищу маленько. Возьмите-то от теста. Лохмотья на пальцах. О, все, поехали. Так, листик я смазала маслом. Пока я духовку не буду включать, пока я тут ничего не делаю, они постоят еще. Так. Защипляем. Защипываем. Так вот. Лучше. Это должно быстро подниматься, потому что оно нежное, мягкое такое. Оно не тяжелое. Оп. Так. Многовато начинки. Бывает, что у меня выпрыгиваешь из лепешечки. А мы тебя туда. Хорошо, хорошо. Так, а эти мы вот так получим. Вот пойдут. Ну, порядочку. Видишь, как аккуратненько будет. Сейчас на один листик делаем. Этой начинкой. А тут листик у нас пойдет другой начинкой. Так. Ехали.
такой маленький, оттеснитесь-ка чуть-чуть. Оп. И еще так. Дальше у нас. Аккуратненько, тут бегут мука у нас. Один это получилось. Если 11 у меня сюда не войдут, конечно. Вот эта маленькая. Я сюда добавим. Так же. Не войдут. Тоже маленькая какой-то. А еще кто-то добавил. Опа! Это. И уже сколько получится. Если это 60, там вообще вот такие будут. Малюхатые. Маленько их оттоплю. Будем начинку выкладывать. Так, давайте-ка, мои хорошие, я вас ищу тут. Все, поехали начинку выкладывать. Опа! Чуть не мешаем. И вот как его. Еще мы добавим сюда. Что-то на мало. Оп. Так. Однако останется еще начинка. Вот, она у нас не пропадает. Что-нибудь другое делаем. Начинки не пропадут. Так. Так, аккуратненько. Более аккуратненько.
еще добавлю. Пирожок. Вы знаете, как сейчас мы делаем? То у нас аккурат, чтобы два ряда было. Сейчас мы вот так вот делаем. Где-то, чтобы они вошли-то у нас. Ну пусть они у нас, конечно, маленько клипнутся, когда, потому что на расстойке потом будут еще упекаться они. Вместе будут. Зато где войдут. Пропекутся. И вот так вот еще. Попробуем. Потому что не войдут, значит, на другой рюльтик. Пойдут. Что теперь? Идемте, девочки мои красавицы. Потихнемте. У меня придется один тогда. Ну ладно. Один так один. Один, один. Два не получается. Некуда. Один так один. Еще один где-то вот такой маленький. Ага. Значит, что мы делаем дальше? Эти потом на другую лети пойдут. Взяла я два яйца, разбила просто яйца. И жесткие яйца. Сейчас поставим это все. Так. И будем обмазывать яйцо. Обмажем. Они у нас постоят на расстойке. Постоят, я духовку сейчас включу, пока они у меня стоят. Духовка быстро нагреется. Пока будет нагреваться, мы сейчас другой лютик зарядим. Мы сейчас туда на печь поставим. Можно, кто хочет, просто их водичкой смочить, так же вот, это, простой водичкой смочить их, они у вас на расстойке будут стоять, потом вы их выпеките и сверху маслом, можете, ну, у меня сразу будет вот это. Маслица можно, потом уже, когда готовая, они и так мягонькие будут, хорошие.
Так. Минут 10-15 ему нужно, как духовка разогреется. Им достаточно будет этого времени и все. И в духовочку их. Градусов 170. Много не надо. На 200 не надо, то не горит будет. А так, чтобы протекали 160-170, нормально будет. Так. Открываю. Поехали. Сейчас я поставлю на это, на печечку их. Ну, печечку. И тут включаю духовку. Так, я поставлю пока на 150 и пусть греется. Дальше мы берем другой. Наш листик тоже смазанный матрицем. Эти три пирожочка у нас осталось, конечно. Мы их тоже сюда, с этой начиночкой. Так. Оп. Ведь муки уже прилипают руки. Оп. Поехали. Так. Поднимается пепешка, уже тесто поднимается, пока подержали маленько, уже поднимает, там уже тесто упадет. Сейчас мы тебя будем работать с тобой. Так, значит, мы берем другую начинку. Я моя красавица, я красавица. Так, это у меня вторую, а пане караульство нам не надо уже. Холодильник. Осталось, мы еще что-нибудь приготовим с этого, что осталось. Так, берем другую начиночку. Значит, здесь у меня уже то же самое, значит, фарш смешанный, также обжаренный морковочка, лучок зеленый такой, чесночок на растительном масле, посолила, поперчила. О, вот такая начинка. Все, поехали. Опа. Опа. Вот. Так, мяконько, ну поднимается. Прямо такое хорошее тесто. Разрезаем. Убираем аккуратно. Раскатываем. Маленечко муки. А то у нас прилипать тут будет чисто. Ну-ка, не надо муки. Нам это все дело. А серединка была покрупнее. Так. Ох, что-то один Галя больше сделал. Галя. Там ну-ка. Будет. Больше нам не нужны. Так. Будем шарики крутить. Здесь уже поболее будет, наверное. Поменьше. Этих шариков. Так. Вот. Что-то маленький будет. Вместе. Раз. Отщипим. Матенькая будет. Она матенькая будет. И масенька, где большая.
Немножко накатаем эти. И хорошо, поехали. Он большой будет. Желательно будет. Нам надо будет это все пометить. Вот второй листик. Вступает к тесто. Тесто. Давайте уж начиночку. Так, значит, держим так ручкой. Раз, придавливаем, чтобы начинка у нас не выпадывала. Оп. Ну, мятка наша. Мятка. Бывает. Ну, этого фарша поменьше. Все равно останется. Thank you.
елки-палки. Ах, елки-палки. Сейчас посмотрим там, что у нас с теми пирожочками. Все, мы с другой начиночкой тут сделали это все дело. Как раз у нас тут пошло тесто, у меня осталось. Но тесто потом уйдет на другую теплушку. Также я смазываю яйцами куриными. И я сейчас закину туда уже, нагрела духовка, эти пока постоят у меня, мои красавицы, красавицы мои, бережочки, 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 или даже яйца, так что, маску еще пойдут, о, как хорошо. Чинка осталась, тесто осталось, там может печь потом. Красота, красота. Прекрасная Маркита. Хорошо, как хорошо. А? И еще один. Ах ты мой кротовец. Ну все. Так. Пойдем, значит, смотреть. Где что у нас? Ай, мои вы умницы. Ну все. Поехали. Давайте-ка. На кумочку. Еще чуть-чуть добавлю до 170 градусов, на 170 будет. А этот я сюда ставлю на печурку. Вот так вот. Не, ну мало. Все, пусть пока это будет таратоечки, те пекутся. Вот так, как-то так. Ну вот, дорогие мои, печенье, ой, эти, вот пирожки наши готовы, я их вытащила. Горячие. Сейчас я попробую их разломать, конечно. Разломить. И горячие. Людолюбой. Так, вот это вот с мяском. О, какие. О, какие. И какие вкусненькие, хорошие пирожочки.
А этот печенкой. Они хрустящие такие. Ой. О, какие. Вкусненькие. Тесто, конечно, на водичке, без яиц. Ну, вкусненько, дорогие мои. Так что попробуйте маленько, заведите, приготовьте. Кто сейчас обедает, кушает, всем приятного аппетита, всем здоровья, счастья, удачи. Всем пока-пока, до новых встреч.